В Ядринском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2015 год. Совещание провел заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики Михаил Резников. Аграриями Ядринского района в прошлом году произведено продукции на сумму более 2 миллиардов рублей. Индекс физического объема составил почти 105%. Овощей выращено на 1900 тонн больше. По объему производства молока район занимает первое место в республике. Владимир Кузьмин отметил, что Ядринский район – территория комфортная для проживания и вложения инвестиций. В результате реализации программ по строительству жилья, дорог и коммерческих инвестиционных проектов инвестиций вложено на сумму 1 миллиард 380 миллионов рублей. Это на 9,6% больше в действующих ценах к уровню прошлого года. Наряду с позитивными моментами есть и проблемные. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 0,37%. В прошлом году было, то есть в 2014 году 0,34%. В текущем году в связи со снижением объемов работ и реализуемой продукции три организации перешли на режим неполной занятости. Это организация «Чуваш-Автодор», который мост строит, Ядринский мясокомбинат и «Газсервис». Трудоустройство молодых людей пока остается большой проблемой. Они готовы жить в Ядринском районе, но вынуждены уезжать работать за его пределы. К кадрам нужно относиться очень-очень бережно. И когда я смотрю цифры, что там некоторые предприятия переходят на четырехдневку, там идет сокращение, это, конечно, очень плохо. Я понимаю, что сегодня кризис, вот кризис, но я вам хочу сказать, что для кого кризис, а для кого и развитие производства. Импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности страны являются первостепенными задачами, поставленными перед аграриями, и могут дать шанс многим начинающим сельхозтоваропроизводителям. Основные приоритеты по производству мяса, молока и по производству овощей закрытого грунта, они сегодня являются сегодня самыми важными в стране. Поэтому здесь речь идет не только вот о субсидии по части погашения процентной ставки, да, по кредитам. Это очень интересные программы, их нужно развивать. И тем более вот в Ядринском районе есть еще большие перспективы. В завершение Михаил Резников выразил всем труженикам Ядринского района признательность за достойный труд и лучшим из них вручил заслуженные награды.